На конкурс дети читают стихи. Шаповалова Вероника, 4 класс. Сергей Юрьевич Михалков, модное платье. Привезли подарок Кате, заграничный сувенир. Удивительное платье, отражен в нем целый мир. В Кариф и в Кось, десятки слов, все названия городов. Лондон, Токио, Москва, это только рукава. На спине Мадрид, Стамбул, Монреаль, Париж, Кабул. На груди Марсель, Милан, Рим, Женева, Тегеран. По подолу сверху вниз Сингапур, Брюссель, Тунис, Тюрих, Ницца, Вена, Болгар, Берлин, Лиссабон. Как наденешь это платье? Все пытаются представить. Все подходят. Здравствуй, Катя, можно платье почитать? Что ответить на вопрос? Катя сердится до слез. А мальчишки Кате вслед. Вы учебник или нет? Ну а модницы-подружки, что завидуют друг дружке, те торопятся спросить, дашь нам платье поносить? Только папа хмурит взгляд, сувениру он не рад. Это просто ерунда, вперемешку города. Тут Бомбей, а Дели там, возле Дели Амстердам. Если это заучить, можно двойку получить.